утро сегодня. Свежо. Даже очень. Давай 12 по 3 каждому. Мне 2 хватит. Алексей, не нажрите. Так, завтрак готов. Подогрели. Огурцы только. Надо было еще подогреть тоже. Все, завтрак. И прем. Вить, вот это. Я вижу, это там пучок, я вижу. Так он таких, знаешь, сколько у меня сейчас там было. И все. Да ей что, здесь нету ни хера. А в той, которую я тебе дал, тоже? Нету, ну. А ты посмотрел? Да. Короче, на этом новом месте, куда мы пропиливали вчера, ореха больше, чем везде, где бы то ни было. Но было. Да. Не вывозим мы эту конкуренцию со зверем. Все как пылесос подметает. Все. Все перерыто. Все свежие места, эти капонины. Конечно, ему не надо чай кипятить, баню топить. Он где-нибудь под кедрой закимарил, проснулся, дальше жрать продолжил. Все. Они тут дома, а мы гости. Дело дрянь. Поедем на рыбалку, значит, да? Блин, а я так надеялся на это местечко. Думал, сейчас пропилимся. Хапнем тут. Ну, тут вот дней 10 назад, если бы приехать сюда, можно было хапнуть, короче. Нормально. Вот это все шишка. Все вот это шишка. Вот медвежата кушали аккуратненько. Все шишка. Говно медвежье везде. Порыбки медвежьи. Да я вот просто отошел 50 метров. Вот он тут бурундучил. Искал бурундука. Вот лапка медвежонка маленькая. Он кабан все перерыл. Тоже свежее, не застывшее ничего. Зверя валом. Ну, мы шумим тут как бы изрядно. А когда ее включить можно? Когда ты не хомячишь. Чтобы этого не происходило. Все, собираемся мы. Цивилизацию. Закончилась наша ореховая лихорадка, не успев начаться. К сожалению. Че, мы даже 10 кулей не смогли, да, осилить? 9 будет, наверное. Жалко. Конечно, надо было раньше это все делать. Я что-то поехал на рев. Наслушался этих комментариев. Вы пасечники, не охотники. Думаю, ё-моё, как уже это надоело. Повелся на эту провокацию. Как раз лицензия подвернулась на зубря. Там 2 недели оставалось до ее закрытия. Поехали, говорю, Иванович, закроем побыренько ее. Все, больше этого не повторится. Если сезон ореха, значит сезон ореха. Кому что доказываю, все местные все знают. Да и из вас тоже все понимают. Нормальные мужики. Короче, охота будет у нас по возможности. С Никитосом тоже мы поехали зубря
добывать, добыли этого медведя. Надо было сюда быстрее чехвостить. Цена вроде. Ну, когда на рев-то поехали, цены не было. Я особо так и не планировал. А потом, вот когда мы на реву были, ветер такой был хороший. И вот она упала. Процентов, наверное, 80. И мужики ее подобрали. Правильно сказали? Вся Леха, она упала. Кабан еще, ну, не было кабана. За медведем успевали собирать. Подошел кабан, все, бесполезно. Одни кочерышки валяются. Так оно и получилось. Ну, ладно, что. Ну, на заезд мы, наверное, деньги не отбили. Это 100%. Я еще на колесо попал. Тоже 5000. Не знаю, да куда оно у нас доедет. Запаску сразу ставить или потом. А потом, как обычно, это где-нибудь в колее, в какой-нибудь, в мочмале там это все. Ну, посмотрим. Ходим, собираем тут паданку. Нарвались вот на такую картину. Все поразорвано. Вон шишка, все, мешки разбросаны. Медведем разорвано. Вон мешок торчит. Вон мешки. Ну, это еще 2 дня, и все, ничего здесь не будет. Вот все разорвано. Кто-то собрал, видать. Потом хотел забрать, приехать, и все. И все это лежит. Ну, по законам тайги брать это нельзя. Так что пусть уже звери тогда питаются этим всем. Трогать нельзя чужое. А мы думаем, что нету. Я вон походил, вон пособирал чуть-чуть. И у пацанчиков мы так на разведку остановились. У вас получше. Поедем в другое место, растут. Уже были. Витя! Пошли! Не выдержала наше колесико, не доехала до дому. Все. Отъездила свое. Меняем. Пока папка работает. Даже колбаски немножко заставили поработать. А я чё? Да чему офисная, чё ты? Чё, блядь, кто на чё учился? Давай. Я выложу. Мощненько. Тихо, тихо, вы чё пацаны? Тихо. Чё, крутанём? Да, да, крутанём. Ну-ка, ещё толкните его вперёд. И только вещи не запачкай. Надо было за водой идти тогда. Помыли бы колёсико. И чистенькая бы. На нары. Друзья, дорогу не снимал. Это, блин, задница вообще. С этим колесом от 131-го. Тяжело ехать. Мотыляет, капец. Лежит, а мы вообще вовремя. Промеж колеи не могу. Падает все время в колею. Короче. Здрасте. Ой, сколько у вас много. Здравствуйте. Мы да. Конечно, в цивилизацию приехали. Телевизор. Блин, после вот этих странствий, кажется, вообще, как будто в Лас-Вегас заезжаешь. Есть такое дело. Лёх бородатый защитился. О, у вас что есть? Полетели. Чайки, чайки такие. Оп-оп-оп. Что это? Где мои? И что, у вас еще чай есть? Нету, вот чай надо сейчас заварить. А у нас термоса есть. А там уже нет ничего. А у нас чай есть. Скорее, угробили колесо, короче, мы. Лёш, опять у меня, опять ты с камерой. А тут можно, тут все кушают.
Котлетки рыбные. Молодцы. Че, клюет рыба? Да. Молодцы. Жек, завтра на рыбалку. Завтра с утра пойдем рыбачить. Он сейчас мне всю дорогу уши проружал. Я говорю, а можно с Жекой порыбачим завтра? Я говорю, ну спросите, а что с Саней не хотите? Да с Жекой побезопаснее, типа. Почему? А вдруг медведь? Я говорю, а что вам Жека? А Саня типа бегает быстрее. Не понял во мне какого хорошего мнения. Я так-то 20 лет курю, куда там бегаешь? Я говорю, Жека да так же отвалит, будет только пятки сверкать. Что там? Начинается. Полторашечку на троих. Тут сок березовый Викторович сделал, говорит. Ругаться, говорит, надеюсь, Лёш, не будешь. На место, не буду. Выжимали березу руками. Свежевыжатый сок. Лещей снялся. Так, ладно. Давай, я пересыплю. Все, я спать. И мужики тоже на второй этаж полезли. Никто не пить не стал, так по рюмке. Я стакан тоже рюмочки даже не допил. Все, не хочется. Та-та-та-та-та. Такие нары тут Саня соорудил пока. Сейчас расстелюсь. Доброе утро, друзья. Ночью у нас дождь проливной какой-то был. Вот такая красота у нас при выходе с избы. Смотрите, как красиво. Еще меня в 4 утра почки что-то прихватили. Песок, что ли, пошел. Напугался, думал опять камни. Было бы это очень неуместно в тайге. Обезболивающее выпил, вроде прошло. Туманище какой стоит на реке. Где это все? Так, сейчас тут покажу, может кому-то пригодится, мужики. Ну, а может быть многие знают, вот у нас колено, ну, тюльпанчик. Не, это не тюльпанчик, да, это колечко. Тюльпанчик здесь, на кончике. Ну ладно, неважно. Вот колечка нету одного, можно вот сделать булавки с обычной. Вот тут вот загибаете под прямым углом и сюда приматываете. И будет колечко. Все. Ну, это так, может быть, кому-то пригодится. Так, все, рыбаки на Фоксе. Дали им рацию, ошейник. Потом поедем за дровами, заберем их. Вот он, самый главный рыбак. 2 часа настраивали мы снасти все. Все хорошо. Все, давайте, физкульт, привет. Как один? А, гид. Я думал, один, ты их не бросай. Так, удочку ниже, Алексей Андреевич. Сейчас ветки, кольца обломаете. Я как старый дед, знаете, ворчу, ворчу, хожу. Нельзя же вот так вот через плечо. Так кольца теряют. Старею, видать. Ночью дождь был, как я уже говорил. Мы расслабились, и все у нас замочило тут. Привыкли, что погода хорошая. Сегодня у нас просушка. Надо машину посмотреть, колесо это разобрать, чтобы лишний вес не вести. В общем, по хозяйству и за дровами надо будет сегодня ехать. Больше сюда. А там, блядь, нет.
потянешь, мне его ломом туда сдвинут. Потянешь сюда, ломом сдвинем. Лом даже ставим, по лому пойдет. Лом туда ставим, по лому пойдет. Нормально все будет, давай, цепляйтесь, иди. Только как, на петлю или как? Да. А потом... Куда мы сейчас... Эту воду. Вот, с этой стороны. Да нет. Так, так, ну ты с дерева бы дел. А я тут делаю, давай, ну. Так, давайте, кричите там. Что ехать, что молчите? Не до конца его скидываем, сам пускай. Да, да. Все, езжай вперед. Все, а мы ответ... Стой! Чурбак, чурбак, я. Вытащи его, быстрей. Скажи ему, что все, подсунул. Подсунул? А? Чурбак подсунул. Я толкал, короче, он там за пол зацепился. Сейчас чуть-чуть толкнули, нас тут чуть не придавило. И он шарахнулся. Ольха сухая это, блин, не выдержала нагрузки. Да, Андрюха? Дрова, Андрюха. Да, ее надо на дрова. Сухая ольха. А не, сухая ольха хорошая. Все, операция прошла успешно. Кунг вышел на зимнюю стоянку. Опа, 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 опа! Молодчага! Чё ты, Дэн, говоришь? Да не... Ты нам говоришь, не... проходите эти места, непроходные, рыба не ловится, по поводу та... рыбушки поймали. Так я специально вам говорил. Жека, это сегодня как гид получается. Ну? Ну все, у меня швабру съели. Что ты говорил? За всю жизнь столько не поймал, да? За всю жизнь меньше поймал, чем за 5 минут. Ну. В своих местах, как где не ловится. Нормально. Ямочки там есть, да, ниже же ямочки? Да, сейчас до переезда дойдем. Я вообще-то за сигаретой пришел. Да, сейчас выскочу. Да я сам выскочу, заскочу. Уже это, знаешь, мелкотня уже дербанит, уже не это. Уже не интересно, надо что-то посидеть. О, пару штук сразу. Вы на мастера уже сдали, товарищи. Скоро генеральным станете, директором. Не, я-то, получается, уже это, международник. Но... Во! Ой-ой-ой-ой. Потерял здорового. Да укололся, сука. Во-во-во-во. Хороший харюзок. Харюзочек, да? Да.
Ну что, туристы, пойдем дальше. Давай мы остановимся, сейчас покурим нормально. Но. Стоим, ручка погреется, пойдем. Рыбу сыпем в мешок, да дальше. Да, было бы неплохо. Ну а что здесь подвешаем, да и все. 20 минут. Поймали рыбки, ссыпай сюда, потом мешок ссыпь. Подержи, Дим. Вот он, все три. Вон сейчас уплывет. Уплывет сейчас. Коробушечка. Ну это коробушечка сколько, наверное, килограммов 15, наверное? Передай привет, да. Сосед, огонь. Да. Это не письки воробьям показывают. Мы ж снимаем. Сейчас народ поймет и задаст вопросом, зачем ты вообще им показываешь. Сегодня жареха у нас будет. Таз нажарим. Слушай, а завтра можно будет на объедках и сварить? Че, давай мешок. Уха к Лехе. Ну, я тоже, ну, намекнул так. Я не люблю уху. Алло, вы че самого крупного? Он больше всех жить хочет. Но. Давай. Едем за мужиками, заберем их с рыбалки, ну и чуть-чуть сухих дров привезем на растопку. А кум надо достать с этой, убирай стежку. Как у вас там успехи? Алло. Слушаю. Как успехи, говорю? Все так же. Все так же хорошо, да? Конечно. Так, ну мы выдвинулись за вами, там день подождем. Ты бы ошейник включил, чтобы я знал, где вы идете. Хорошо, давай, сейчас включу. Вы Березовый прошли? Нет, еще не прошли, но мы слышали, как вы ехали. А, понял, понял. Ага, тебе я удочку взял. Так, приехали мы на речку. Сейчас мужиков дождемся. Такое вот местечко красивенькое. Рыбаки сюда заезжают с деревень. Ну, не знаю, давно ли были они. В этом году, похоже, не были. Ну, такой беспорядок небольшой. Но это мы тут обустроим. И мужики будут эти приезжать, которые до этого приезжали, если они еще на этом свете. Ну и мы. Так раз мужики спустились с рыбалкой, а мы их чик забрали. Чай скипятили. Стол накрыли. Тут, кстати, хороший клев, хорошая ямка. И снимай на видео, как я разберу. Да. Я только подумал, что хорошие ребята. Что ж вы на такую речку-то с сетями? Ну и беспорядок такой, не небольшой. Ну это все убирается. При помощи костра. Тут эти машины. Не могу подумать, с какой. Может, со 131-го. Там большие окна, нет, интересно. Ну что, Витянь, давай в поклевку. Да,
Ты неправильно, надо чуть-чуть глубину больше. Это не простой поп, это же бам. Это, как ее? Тирольская палочка. А? Больше на нем будем? Да, на нем больше надо делать. А этот, почему что один крючок выше поплыха идет? Да, это как бы верховой. Вот так вот сделай. Вот так. Чтобы он по дну волочило ее. Я понял. Давай сейчас. Не, не волочит, надо еще глубже. Да волочит. Волочит разве? Так-то тут хорошая ямка. Да, Андреич. Да, да, чё? Я говорю, мы вас поняли, а вы Кащеевку-то взяли? А у вас, если была VIP-поездка, мы бы тогда взяли Кащеевки. А у вас эконом-класс. Ну все, я вас понял. А не, забыли, блин, не взяли. Ну ничего страшного, мы сильно не расстроились. Сегодня такой чудесный день, грех расстраиваться. Короче, вам еще километр до нас, это вы часа два, наверное, будете идти. Как-нибудь там ускорьтесь, если клёва особо нет. Все хорошо. По заявке Витяне. Включил. Говори, что не работает снай. Нет, все она работает. У нас пока часа полтора, наверное, есть. Фигней тут страдаю. Ну как бы не совсем поросята были. Вон мешок, они мусор складывали. Только куда этот мешок потом хотели деть? То ли забыли закинуть с собой, то ли что. Сейчас закину. Это пока вот пакеты всякие вот здесь вот полусгнившие. Вот они в таком состоянии были тут остатки. Сейчас еще мусор этот. Бутылки туда закинул. Подводки, много их тут было. Какие-то гнилые тут тряпки. Все это пусть горит. Нахер оно не надо, чтобы все это гнило тут загрязняло. Будет чистенький берег. Потом сами приедете, самим будет приятно. Сделаем красиво тут. Какие-нибудь скамеечки. Место для костра. Так, вот всеми любимый промысловик Алекс. Да не гони. Скажи, что ты до этого говорил. Ты сказал, что фигня твоя тирольская палочка. Сейчас придет колбаса. И ты на его удочку тут поймаешь. А все почему? Потому что промысловик Алекс зажопил мне дать удочку. Ты на нее рыбачил? Вот, включил камеру опять по просьбе Виктора. Борется с рыбой, не может вытащить ее со струи. Засранец зацепил мою, блин, ловчую удочку. Сейчас удочку сломает и снасть оторвет по итогу. И еще и нырнет. Все, что в целости и сохранности было, понял? Ты на нее рыбачил полчаса, ё-моё, стоял, пока я помойку эту убирал. Сейчас будем ловить рыбу. Ты сначала покажи те две рыбы, которые уже есть. Я... Да там 5 сантиметров каждый. Да прекрати. Так а кого снимать, тебя или поплавок? Нас снимать. Тут прицела нету на камере. Тебе еще на камере прицел. Ну вот и вся ваша рыбалка на вашу великолепную снасть. Так а ты видишь же, что место не сильно рыбное. Сейчас дойдет время. Пока выключи, потом. Ну вон туда закинь вот сейчас. Куда? А вот туда вот, вот где коряги торчат. Туда не докину, я бы уже закинул.
Ну зайди, вода еще не... Куда зайди? Ой, какой большой. Слабину не давай, Лех. Слабину не давай. Вот она, тирольская палочка, а ты говорил. Вот он. Тот самый промысловик Алекс, рыбак. Завязывай, я тебя больше не возьму. Сейчас придет колбаса, и как ты говорил, что ты здесь сейчас наловишь. Либо он, либо я сказал. Леш, я снимаю или выключать? Дядьки какие-то рыбачат. Дядьки какие-то рыбачат. Но. На нашем месте рыбачат дядьки. Как съели? Что, прям большой? Так. Не успел включить камеру, как они из-за удочки тут дрались, два брата этих родных. Аж палец воткнул он ему. Крючок в палец. Они говорят, еще где-то рыбу там, это, в мешке где-то выгрузили по дороге. Не унесли. Нормально подловили, в общем. Так, у нас тут помойка вся сгорела, слава богу. Ну, еще потом разведу. Банки эти надо еще лучше обжечь. Все, надрали лапника на сидушке. Буря, иди сюда. Ты уже за рулем там, как обычно. Буря, иди сюда, Маша. Иди ко мне. Иди, иди, иди. Иди сюда, Буря, Буря. Буря, иди ко мне. Иди сюда. Буря. Иди. Иди сюда, Буря. Пошли. Иди ко мне. Иди сюда. Иди. Иди. Молодец. Молодцы. Ой, молодцы. Молодцы. Все, набегай. А ты беги. На переезде. Так, что у нас тут? Зимовье мы это пока пристроили под кухню. Очень удобно тут готовить. Высокая печь. Варится у нас тут картошка тушеная будет. Как вот на этом. На таборе готовил, не помню, снимал, нет. Пацаны попросили, хотели уху. Говорю, давайте уху. Они, не-не-не, что-нибудь мясное. Вот, тесто поднялось. Сейчас будем откатывать духовку. Пирог будем делать. Саня обрезал противень, не помещался. Сейчас вроде заезжает. Все, кирпичи поставили. Все нормально. Будем делать пирог. Пацаны в бане парятся. Потом помоемся. Это фарш. Ну и все, в принципе. Что будем вспоминать наши эти пирожочные дела с прошлой избы. Пальмуха сейчас зашла, обрадовала, что-то давай бегать, бегать. Как будто вспомнила. Только, о, старое зимовье. Ой, да, вот это. Ой, иди же, проломишь, проломишь. Сейчас Витяня уже сломал и убежал. Ну, ничего так поднялось, вон как. Ну, я же не показывал, как было. Уже не досок не хватает. С матрасом-то хорошо. Сейчас можно хлебушек, что угодно.
такого хватит, я даже не помню. Есть, да, где разгуляться же? Можно на мотоцикле. Не, ну у вас же там, ну, больше было, да? Паки. Там дом целый. Там и несколько комнат. Чуть-чуть подлиннее и пошире чуть-чуть. По метру. Ну еще эти, как они? Кто? Сени. Ага. Еще по 2 метра. С одной стороны и с другой. И сквозные двери, короче. А печка, получается, между перегородками была или что? Перегородки мы закрывали. Один под амшанник у нас был. А, у вас же там амшанник. А что, пчелки, то, что вы там, ну, шумите, ничего? А мы там потихонечку все. Когда не пили. Похарахали, набухаемся. Он-то не бухал. Потом амшанник сделали хороший. Здорово. Амшанник даже больше, чем этот дом. Ну, по длине. А по ширине, амшанник на следующий год будем делать. По ширине поуже. 10 квадратов, 5,5, 5,5. Сумничал. Печка с этой стороны у нас стояла. Тут, да, 5,5, но нормально. Площадь. Почти 30 квадратов нормально. А у нас тоже маленькая квартира, что-то там 40, что ли, или сколько? 45. Маленькая. Сейчас большую квартиру только построить нужно. Купить уже, мне кажется, не накопишь. Построить. Такой вот блин получился. Тонкий не делаю, потому что... Потому что не хочу делать тонкие, не знаю почему. Пиццолог. Опа. Потом обрезать, да? Заворачивай. Не, сейчас сверху еще эту крышечку такую сделаем. Так, ну все, дальше что, ложкой и поехали. Да я вот смотрю, она тоненькая тут какая-то, видишь, стала. Может, наверное, сюда как-нибудь. Сейчас же эту положим, когда начинку, она форму примет. Так, дай ложку уже. Ложку? Ну, так, что у нас все. Сейчас перчик у нас пойдет. Я видел, картошку так варят, потом сюда. Но я вот так, я помню точно, я готовил картошку, я не варил. И все хорошо было. Здесь, наверное, вешалочку сделаем, да? Да, обязательно, но... По-любому надо шмотки вешать. А то гора такая, сейчас даже в той избе. Так, ну что? Фаршик пошел в дело. О, у нас линии уже текут. Да, неплохо должно быть, мне так кажется. Фарш тоже готовили со специями, с лучком обжарили. Прожарили хорошенько. Блин, запах такой офигенный. Фарш можно так, короче, фигачить ложками прям. Так, нам надо будет еще желток, да, один сверху потом помазать. Это уже в конце. О, у нас же где-то это есть.
надо было рулеткой смерить ее. Да сейчас на саморезы притянемся. Степлер там где-то был. Вот сейчас же по-любому найдется какой-нибудь один такой, скажет, блин, вы че, какой степлер потом, это же все зубы портить. А у нас пищевые скобы на принтере печатают. Опа. Ну все. Как-то я вот так вот видел, они там что-то делают. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, конечно, некрасиво это все делает, но я вам скажу, будет тоже съедобно все. Не, ну тут что-то без степлера, мне кажется. Не обойдемся. Там вообще за процессом этот, да? Там все нормально, так думаешь? Так, полчаса. Сань, попробуй эту, как ее, картошку. Если она прям хорошо разварилась, то все. Надо подставку под него, ну, эту, лепестками эту. Все, тесто не надо? Не, все. Его бы тоже накрыть бы, оно заветрится. А я его сейчас целлофан. А, ну да. И на мороз. Да? Угу. А, подожди, можно же хлеб. Поставим. У нас же формочка есть, мы можем хлеб еще сделать. Там как. Да, там булка получится 100%. А формочка, они двойные. Ну и что? Ну мы одну задействуем. Блин, тут с одной стороны лофтак такой толстый получается. Это мне кажется. Очень большая булка будет. Хорошая, хорошая. Ой, большая. Сколько нас народу. Так, ну и что? Надо дырочку сделать. Вилочку машешь. Что-то я вроде так делал на том зимовье. Ну это сколько лет назад? Не, это потом уже, когда готово будет. Ну, там, чуть-чуть готово, тут раз-раз. Хорошо, да, там? Там жесть, как в аду. Так, сейчас тогда вот так вот мы, оп, чтобы стенкам не прилипело. Очень горячо там. Я же термометр все хотел привезти. Все, пошла мука. Тобольск. У нас не по технологии ручка, видите, да? Снизу закрывается. А это чтобы, ну, мы это чтобы комментариев было больше. Так, тесто осталось. Забаламутим булочку хлеба одну. У нас хлеб в избытке, но свежий хлеб всегда приветствуется. Добавили приправы. Мне понравились приправы недавно. А, пацаны купили. Ну так-то непонятно. Что там насыпано, там насыпано. А там состав офигенный. Мне что-то. Где они? Они? А, сейчас опять реклама. Ну это не реклама. Ну, она как бы реклама, наверное. Петрушка, розмарин, базилик, тимьян, майоран, чабер, лавровый лист, перец, черный молотый лук, резанный чеснок, укроп. В общем, офигенно. Сельдерей там. Такие неплохие. Это вот пацаны втаривались в магазине. Захватили такое ароматное. У нас там где тоненькое. Было, порвалось, а жир вытекает. Надо латку ставить. Латку. Срочно. Из теста. Еще крестом порвалось. Не, это я специально, чтобы оттуда порвал. Осветил, так сказать.
Что, все вымазываете или как? Да, 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 все, все. На хлебушек не оставлю, не будем оставлять. Да ты бы полил, да размазывал. Да что-то, знаешь, как-то слабо. Все еще на чуть-чуть, там буквально пару минут. Дадим пацанам первым попробовать. Надо то есть эту сторону на стенке поставим. Правильно, я думаю. Да, да, кстати. Да. Сразу уже все прятать. Не, ну пахнет вкусно, офигенно. О, глянцевый, как пряник тульский, только с мясом. Так, что, заряжаем хлеб. Оп-ля-ля. Пахнет вкусный пирог. Сейчас пацанята попарятся, покушают сразу. Так, ну и что-то, блин, вывалится он капец, конечно, да? Да. Большая булка будет. Большая, вывалится, тут, вывалится. Да, ну шапка будет. Сейчас угораем с мужиками. Я говорю, блин, как мы сюда диван это занесем? У нас двери вообще. Как-то же мы заносили сюда диван. И не один, и кресло еще было там, и два дивана. Я Сане говорю, как бы нам не пришлось потолок разбирать. Я, говорит, протестую. Ловим, стоим. Майнай, давай. Вира, майна. Раз приняли диван. Все, опилками снова засыпали. Диван на месте. Лишь бы опилками засыпали, когда доски на месте. Еще один пазл у нас, как диваны. В разборном виде. Нету других вариантов. Ну. Подлокотники снимаются просто. А вот спинка с попой, если вместе... Не знаю, у меня там дома диван, там... Подлокотники, мне кажется, уже скоро сами снимутся. Потому что что-то пацанята там кричат, попарились уже. Ну что вы там? Помылись? Кушать подавать? Да, говорят. Подавать, скоро кушать. А мы с казаном в дверь пройдем. Пройдем. Блять, по диагонали таскивать. Ну что, Викторович, почапали? Бери отставку. Проходит. Уже хорошо. Этот казан проходит. Кушать. Вот она. Так, стоит. Можно будет печеньки требовать. Что снимаешь, да? Как всегда. Да. Печенье ставишь, чтобы... Ну-ка покажите при свете таком пирог. Сам там падал в рекламу печеньки. Копа! Все. Отлично. Ничего себе. Еще осталось попробовать. Это мы вам только показали. Там смотри, сзади Дениса этот. Можно банку, может, какую открыть-то, может, есть какие соления. И что, похоже, как на таборе? Да. Я вот смотрю и думал, хватит на сегодня, нет? Ты завязывай. Давай на Гена свои притормози. Так он про картошку. Угу. С Кощеевкой прикуском. Так, ладно, короче. Торт! Свеженький хлебушек вообще. Рукой не возьмешь. Че, сильно горячий? Ух. Вон пар идет. Пропекся? Да, пропекся. Че, Алексей Андреевич готовил, как он пропекся. Даже нож не берет. Есть этот тесак, если с разгона так. Может, не успеет смяться.
черни корочку. Да все, один день хватит пока. Да, 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 пусть подстынет чуть-чуть. Хватится. Хруст стоит, все прекрасно. Не знаю, слышно. Не пропекся, что вы обманываете? Че? Вон, смотри, чуть-чуть, влажно. Ну, чуть-чуть. Надо было еще по чуть-чуть подержать. Да, мы его съели. Не, надо еще держать, значит, мало держали. Так, что, пирог резать? Сейчас. Знаешь, я опять начну. Что получается, типа осетинский пирог? Не знаю, дичунский получается. Да, Андрюх? Мне вот серединочку можно будет? Ешь, что дают. Конечно. Начинаешь там. Ну, тарелочку дайте, День, дайте эту тарелку. Ох, вот это шаурма. День, быстрее, не глубокую тарелочку. Да в своей поешь, зачем пачкать? Конечно. Что ты тут это? Я же мой за собой. Мой глубокая сейчас развалится. Будет не шаурма уже. О, щет. Лёх, вырежет потом, когда он меня снимал. Почему? Оухи. Так, Андрюха, чё, лупанёшь? Конечно, пойдёт. Давай, пойдёт. Подожди, тут надо, давай, не, чистую ложку надо. А, вот, вот. Где? Не, алюминиевый ты уже 15 лет ел. Покушай другой. Не, сюда же. Там вилочку. Вить, ну что расскажи? Пропеклась, готова, не готова, что? Нет. Что не готова? Как морковка? Не буду рассказывать. Что, картошка не готова? Всеми нами любимый промышленный калец. Ты задолбал, блин. Приготовил обалденную запеканку. Все проготовилось. Все, ладно. Все прожарилось, пропеклось. Нашему любимому промышленному пришел. Доброе утро, друзья. Минус 6 у нас сегодня с утра. Зашел туда к мужикам, у них прохладненько как-то, а там теплынь, блин, с такой печурой. Жека тут с утра решил фарш. У нас в этом году переработка рыбы еще немного изменилась. Будет не только соленая, но и фарш у нас будет готов. Потом раз, котлетки. А пельмени же тоже делают с рыбой? Конечно. Ой, ё-моё, красота. Вот так. Что, мы едем домой сегодня? На рыбалку пацаны хотели. Что-то холодно, не, уже все передумали. Поедем потихонечку, пока дорога мерзлая. Сейчас позавтракаем. Так, мы тут совместно с Денисом приготовили чебуреки. Вот эти перевернем. Тут то же самое. Но это первый блин, получается, был. Ничего страшного. Сейчас мы их еще пропарим хорошенечко. Покушаем и рвем когти. Вот такой вот у нас всегда беспорядок, когда очень много народу. Ничего с этим не поделаешь. А когда зима, еще больше беспорядок. Добавляется куча вещей зимних. Мы опять на нашей кухне с Женьком. Толпы много. Готовить приходится много. Пропарили чебуреки в духовке. На всякий случай. Медвежатина. Есть медвежатина. Ну и фарша много осталось. Пережарили его. Сейчас картошки пожарим. Сверху засыпем фаршем. И все, надо ехать. Мы бы уже уехали, у нас сурф не заводится. Аккумулятор не крутит нифига, севший. Аккумулятор сняли, занесли в тепло. Заряжаем сейчас его. Вот. Так что пока есть время.
хоть покушать приготовить. Так бы чебуреки поели, да поехали. Так, ну что, мы погнали. Все собрались, закидались, покушали, разогрели. Машины, все, едем. Ладно. Опять у нас какие-то приключения. Сломалось сцепление. Нет сцепления на Сурфе. То у него было там еле-еле. Прокачивал, сейчас все. Жидкость на уровне. А до этого, когда мы сюда ездили, чуть-чуть подожгли его, подпалили. Не знаю, сейчас попробуем лапку порегулировать. Может, появится. Все, закрутил? Надо еще жижу добавить. Закрутил? Сейчас, секунду. Ты там полоборотика буквально, да, накидным. Она не уходила. Качай, Дэн. Я тут как этот, как Лев Бонифаций. Зажимай. Открутил? Да. Идет воздух? Уже жижа идет. Это хорошо. Лапка хорошо шевелилась? Да. Закручивай. Закручивай. Она уже ее наполовинку откручиваешь, она не идет. Жижа. Закрутил? Да. Качай. Денис, а педаль потверже стала? Конечно. А, ты той качаешь, я смотрю, правой ногой что-то херачит. Думал, может, газует. Я понял. Зажимай. Откручивай. Льется? Капает. Это плохо. Ее мало, там жижи уже выкинули сколько. Да я долил уже давно. Она должна струей херачить. Струей не идет. На два оборота уже прокручиваешь. Не надо два, там полоборота откручиваешь, полоборота закручиваешь. Там не надо откручивать до полика. Затягивай. Качай. Ты старайся педаль прям до талого туда вдавливать. Лапка ходит? Да, хорошо ходит. Все, зажимай, не надо много. Капает жижа. Блин, она струей должна. Она до этого вообще уходила хорошо. Что-то херня какая-то. Так, ну давай еще раз это сделаем, вот эту манипуляцию. Проверим, сцепление появилось, нет? У Лехи на инструментах к вам нельзя. Не, ну просто если что... У Лехи свои инструменты, у вас свои. Все. На 10 просто позовите. Нет, никаких ключей на 10. Возьмете набор, потом все. Я это знаю. Это шиферская фигня это. Все, прокачалось. Сначала удочку зажидил, теперь ключ наденешь. Я не зажидил, я сказал под полную ответственность, вы не стали брать. Не так ты сказал, ты сказал, ты по-любому проебешь. Ты почему сейчас ругаешься? А? Тебе не стыдно, узачи? Я передал дословно. Я да. Так, ну вроде едут. Я-то думал, вообще завоздушили. Сейчас придется тут час ее качать. Потом как-нибудь там насос цеплять. Я ни разу это не делал. Но знаю, что так делается на этот. На тавотницу, на эту как-нибудь. Че, едь? Боишься? Там негде встать.
Мостом уперся. Опять мы стоим. Этот раз рекорды скорости мы бить не будем уже. Доезжать до дому. Хоть как-нибудь бы доехать. Да-да. Ну все, выбрались. Там, но он не сильно, он на мост садится. Там колея промерзла в середине. Он бы так сам проехал. Сурф вроде ничего идет, но надо ремонтировать, до ума доводить. Так, друзья, заключительные кадры. Я тут приехал к другу на базу, чтобы под охраной было, а то наши последние 10 мешков стырят. Ладно, все, спасибо за поездку с нами. Не знаю, может быть, кому-то будет интересно, как добывается это все хозяйство. Примерно 90% шишки, ореха кедрового, что у вас на столе, добывается именно так. Ну, может быть, разными способами, а так живут все примерно. Быт один и тот же. Ладно, все, друзья, берегите себя, близких. Всего доброго. Я так смонтирую. А что, как я их заберу? Вот они, бандейка. Все, вам понравилась поездка? Да, отлично. Еще поедете за орехами? Естественно. Сейчас сказали, что орехи никто не принимает. Да, мы сами будем щелкать. Так что обращайтесь. Ты что, опять снимаешь? Да. Нельзя? Че, закроешь сидушку? Ладно, все, давайте. Давай, давай.